Сегодня утром произошло возгорание жилого дома по улице Гагарина, город Рассказово. При тушении пожара спасатели обнаружили тело 10-летнего мальчика. В доме он проживал вместе с мамой, бабушкой и дедушкой. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего рассказовским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение смерти по неосторожности». Уже предварительно установлено, что ребенок в момент возгорания внутри жилого помещения находился один. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление причин, повлекших трагическую гибель ребенка, а также условий проживания и воспитания мальчика. Для определения точной причины возгорания будет проведена пожарно-техническая экспертиза.